перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Так, пока никого. Я надеюсь, знаешь. Так, здорово всем. Как у вас дела, рассказывайте. Я здесь ненадолго, и Антон тоже. Пока мы курим. Вот. Поэтому. А ты что, не машешь? А, блядь, давай всем помажем, конечно, блядь. Я еще плохо разбираюсь. Типа, здорово, здорово всем, да. Мы... Салют, Майкл Мир... А, помахать. Я не знаю, почему вы все молчите. Нас смотрят 9000 человек. Почему сектор не отметил деда на фото? Короче, биф имеет условия сегодня. Ну? Как Хайд. Он, блядь, реальный человек, настоящий. Хайд, нас... Хайд крутой. Мы трогали Хайда, как бы, блядь, и это человек, то есть не дроид. Не дроид. Ну, или очень просто качественно сделан. Привет Казахстану. Опять помахаю, я всем... Да, тоже всем буду махать. Как у вас вообще, где там, в этом, везде, где вы живете, погода? Мы сейчас в Рязани. Тут охуенно. Рязанские девушки просто космос. Киргиз? Блять, вы все только зачем-то присоединяетесь. И Тюмень, жара. Это... Очевидно. У нас дожди. Получается, в Одессе заебись, да. В Астане нормас тоже. Так, блин, знаете, это же все Россия. Я имею в виду. ЕКБ пиздец. В Уфе дожди. Привет, Москве. Витя Бови, привет. Москвич. Митя Бойда? Нет. Да какая разница? Это имена. Вот меня всегда звали Митей. А иногда даже называли в детстве Митей. Некоторые идиоты. Пьяницы. Зачем Сокси сфоткался? Так это он со мной сфоткался. Вообще-то это факт. Оксимирон подошел и попросил. Я как бы из вежливости согласился. А ты туда так не подписал? Ты не укладывался на фотки? Ну, я выложил. Было, а ты подписал из вежливости? Я написал, что там же с Хайдом еще написал, что попросил старшего разобраться. А, да-да-да. Мы очень красивые, это факт. Салют, Глебара. Бессон, да. Ты звучит, где я не спешу. Да? Потому что я бог. Ну, там синтез свои, даже белые уфе все, скорее всего, все эти уфе. А у нас еще 200 грамм водочки холодильник. ЗБ, скорее всего, стрим проведет, ну, мне так кажется. Смотрите. Рикев, да! Ну, он жил, Рик, об этом, команда. До какого-то периода. Потом переехал к себе в Майами, соответственно. Я не выучил, я принципиально не учил этот раунд. Он мне не нравился просто. Да, иди посмотрели. Причем вживую его было тяжело смотреть, а на видео охуенно. Не, Ваня, мы еще не уехали. Мы еще в Рязани, так сказать.
Парагрин, мы не знаем, блядь. Он просто пропал вчера, но он звонил. Кстати, уже обсуждали, что этот чувак из мальчишки. Да-да-да. Мы думали, он окажется где-нибудь, блядь, на крыше, нахуй. Весь обмокший от дождя. Он позвонил, он сейчас, ребят, очень веселый. Он намного веселее нас, наверное, сейчас. Мы потому что водки еще не выпили. Лампочку починили сынашки. Да, Гарри топор вкручивал, стоял. Подъехал на X3, да, залез на крышу. Говорит, давайте из туалета выкрутим, где лодка хуйня. Я, говорит, вообще не всегда вообще, не делал. Да. Делаю, не да. делаю. Салам. Как тебе вот гид последний? Отлично тебе. По-моему, он нахуй просто убил, типа, втоптал. Жалко было, когда жалко. Как написал сегодня Волки Тип Твиттер по этому поводу, я полностью согласен. Нихуя Дип накидал в пачку человеку. Да. Шум живой, наверное, кстати, я не связывались. Да. Как батлы прошли, какие батлы? О чем? Вы? Мы сегодня, мы здесь, потому что мы приехали на семинар по биткоинам, короче. Эйр Биткоин, да, как бы. Пашотница, блядь, пусть тебе расскажет Urban Dictionary. Да, скорее всего, только у тебя. Смотришь мой десант? Да, конечно, смотрю. Я в детстве смотрел. Я, блин, если бы не поехал в Рязань, я бы не... Я бы остался смотреть его трансляцию по E3. А на семинаре показывали, кстати, на десант? Да, да? Обзор на юмист боксера. А, точно, точно. Я, наверное, тогда спал. Там был скучный момент просто. Один. Какой Хайд? Ну, он, типа, очень милый человек. Да. Очень скромный. Металку про батлы, кстати, еще нет. Там PM же есть, по-моему, кстати. Там есть, да, PM. Там есть PM и Лакос. Больше мне вообще знать ничего не нужно. Сектор, лучше всех усынови меня, пожалуйста. Куда на это донатить? Ну, я не знаю. Мне кажется, мне не дадут тебя усыновить. Потому что тебе лицо. Прям есть. Разъебешь Огила? Кто? Я спрашиваю. Не знаю. Папа уже еще поздно. Вот именно. Что за вопросы-то в конце концов? Собственно, да. Я смотрю, этот разговор ни к чему не ведет. Помахаю последний раз. Спокойной ночи. Ты знаешь, честно, не нашла речь ни разу. Ни разу, да. Ярик, привет. Да, Касси умер. Как-нибудь мы проведем длительный стрим. Но не сегодня, нам пора идти зарабатывать наши биткоины. Поэтому, ребят, пока-пока.